стоим в пробке уже часа полтора, ужасная пробка, причем она находится в горах, серпантин, одна полоса в одну сторону, одна в другую сторону. Вроде бы как бы проблема в ремонтных работах. Есть реверсивное движение, 15 минут едем мы, 15 минут едем не мы. Вот. И назвать это ездой сложно. Вот. Но надеемся, что скоро уже все-таки доедем до Сочей. Будем отдыхать в Сочах. Ну вот сразу видно, что подъезжаем к Сочам, пальмы растут. И похоже, что всему виной, виной всей вот этой вот пробки, уважаемые господа, работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, честь им и слава. Отъехали довольно-таки прилично от того поста ГАИ, очень классного, и попали в другую пробку, не менее классную, через Лазаревское. Люди, ехать на машине из Геленджика в Сочи — это очень тяжко. Мы выехали без 15:05, сейчас время 10 часов 12 минут. Навигатор говорит, что ехать еще целых 102 километра, еще порядка 2,5 часов, как ехать, стоять. Мы рассчитывали часам 10 к 11 прибыть в Сочи, в сам отель, но походу не там-то было. Едем дальше. Вот если бы не вот такие виды, я не знаю, что было бы. Я бы уже, наверное, сдох бы, реально. Очень тяжко, очень тяжко. Но наша красота берет. Казаки-разбойники. Вместо ДПС, я не знаю, помогают, наверное, они ДПСам. Сделаться. Регулирует движение. Красавец. Красавец, а? Красавец. Мы уже подъезжаем к нашему отелю. Такое ощущение, что мы едем где-то по третьему транспортному кольцу в Москве. Сочи парк — это вот там вот он должен быть. Ну вот что, не видишь? Да, вон олимпийские объекты видны немножечко. Кругляшочки, видишь? А вон факел виден. Да. Олимпийский. О, Азимут отел. О, смотри, вот он слева наш. Это что, это куда это? Нам налево надо сворачивать, что ли? Спустя без малого 9 часов, как мы выехали с Геленджика, мы таки добрались до нашего отеля. Вот. Сейчас пойдем заселяться в него. Нам дали ключики от номеров. Будем проживать в 7-м корпусе. Сейчас мы возьмем машину нашу, вот тут же стояночка. Переедем поближе к корпусу. Дали нам такие вот браслетики. Покажи браслетик. А он что, без этого? Без надписи? Да. Зажали надпись, да? Вот. В принципе, очень даже круто. А вот такой вот прекрасный вид открывается из коридора нашего отеля. Мы зашли в номер. Не успев переодеться, мы хотим его посмотреть. У нас такие вот две комнаты. Че, начнем отсюда? Что тут? Тут? Ух ты! А че это у нас тут пустое? Нам досталось бесплатно какое-то пустое помещение, непонятно для чего. Кладовая, наверное, будет. Чемоданы сюда будут ставить. Но она как недоделана. Так. Спаленка для двоих взрослых. Балкончик.
балкончики. Хороший такой вид. На железнодорожный вокзал. Бассейн, море. Пойдем дальше посмотрим, что еще тут есть интересного. Иду. Вот, смотри. Че, куда? Где? Смотри. Где? У нас два балкона получается. Крутяк. Двухместный. Два телек. 32 дюйма. Поводку. Я что-то боюсь. Так, а подожди, а где ж дети будут спать, интересно? Малыш, да, на этом диване. Он раздвигается, наверное? Да. Ой, опять себе в месте, да. А, ничего себе, бассейн. Прикольно, так, у нас два балкона. У нас рядом все. Можем еще на крыше сейчас захватить, я рейдерским захватом заняться. Сейчас посмотрим, что там в туалете. Чего, Ань? Красивое зеркало. Стаканчики. Азимут отель простит меня, если я один стаканчик заберу, а? Сральник. Четыре полотенчика, ванна. Как-то тут темновато. Наверное, надо как-то попробовать свет включить. Ай-яй-яй, одна лампочка перегоревшая. В целом мне нравится. Крутяк. Будем отдыхать. Подожди, она же без чехла. Я вошел в свое нормальное, привычное состояние. Могу заявить с полной ответственностью, мне здесь нравится, очень клево. Солнышко здесь такое, поагрессивнее так чуть-чуть. Так жили будем. Нежели в том же Геленджике. Илюх, покажи нам терминатора. Терминатор всплыл кверху попой. Мы порядком искупались, нам очень понравилось. Сейчас пойдем с Анюткой, мое любимое слово, на рекогносцировку местности. Вот, уважаемые господа из отеля, персонал, служащие, стригут травку в газончике. Ну а я, как и обещал, направляюсь вместе со своей Доней на рекогносцировочку. Что-то мы имеем. Вообще, кстати говоря, проходим замечательную детскую площадку. Вот такая вот хорошая. Лет, наверное, до 5. Прям прекрасно будет детишка. Старше уже не проканает. С левой стороны мы видим такое озерцо. Такой Останкинский пруд в миниатюре. Да? Не хватает только Останкинской башенки нашей. Жарко. Жарко, хорошо. Не то, что в Геленджике. Вот, казалось бы, отъехали каких-то 250, сколько там, 280 километров от Геленджика. Всего-то за 9 часов ехали, проехали 280 километров. Смотри, там шатер как бы. Вот, и попали в абсолютно другой климат. Здесь солнышко действительно похоже на такое, на хорошее средиземноморское. Что ты говоришь, Ань? Шатры, как на ВДНХ стоят. Да. А, кстати, вот площадочка для более взрослых детишек. На ней уже надувные тут батуты. Горочки классные, тарзанка, кстати, мы не знаем, платная она, бесплатная. Там никого на ней нет. Так пахнет шашлыком вкусно. Жрать так охота. Пойдем вот сюда, вот здесь пойдем. Да? Там выход к морю. Можно? Конечно, можно же, по камушкам идем. Почему по камушкам не пройтись? Кстати, там какая-то тусня. Слышь? Прикольно.
расписание есть. А вот прям по курсу мы видим супер обосрательские американские горки и купол какого-нибудь там, как он там правильно называется, Фишта, как там, да? Ну, ну где начиналась у нас Олимпиада? Стадион Фишта, да, по-моему? Как-то так. Гук, не знаю даже. Охренеть, тут рыбины вообще-то огромные. Смотри, а нет, это утка. Смотри, что она творит, смотри, как ныряет. Ага. Прикол. Смотри, да. Смотри, еще одну. Давай ее напугаем. Не боится, она же привыкла к людям, наверное. Смотри, какая. Там я не испугался совсем. Ну, мы уже привыкли к людям. Да, ну и фиг с ними. Идем дальше. Гуляя по нашему отелю, мы, короче, решили прикупить себе мягкую формулу. А что мы позволяем? Да, а что, почему бы и нет? Анютка, ну-ка примерь, примерь давай. Давай, примерь. Подойдет нам она, нет? В большую комнату ее поставим. Так, ну-ка. О, ага. Ножки там, возможно, выпрямить? Нет. Не, ну если нельзя ножки выпрямить, то это не наш размерчик. Ну, для тебя, да, для Илюхи шикардос. Для Илюхи разве что, да? Да. Ну ладно, берем. Илюха все равно, конечно, будет сгибать коленки. Ну, берем, короче, нормально. А, будьте добры, кто здесь? Запакуйте нам ее, пожалуйста, с собой. Короче, пока мы шли, осматривали территорию достопримечательности нашего отеля, мы наткнулись на вообще прям супер классную вещь. На, посмотрите на статую из острова Пасхи. Че, клевые? Да. Анька, а ну-ка, меня сними, давай-ка засними меня с ними. Да? Смотри, сколько там уток. Давай. Или кто это? Чуть выше, так, ладно, так, ладно, все. Так, давай еще раз. Крутяк вообще. А что это за кружки? Я так понимаю, это свет, наверное, он зажигается. Вот эти круги. А, ну да, да, наверняка, да. Фонарь. А вот еще вот здесь вот есть, забыл, как это называется. Короче, ну, да, нет, носорог-то носорогом. Короче, из него есть винтура, вылуплялся. Вот это вот прям оттуда, да, прям такой. Такой оттуда прям. Да. Вот прям из него. Да, вот тут прям даже и написано, смотрите. Фабрика декорит. Эйс Вентура. Да. Обними носорожика. Такой хороший носорожек. Анечка любит носорожиков. Да, очень. Анечка, вынь голову из носорожика. Все, хватит прятаться в нем. Порт-Авентура как там именно? Разведали с Анечкой немножко обстановочку. Я даже искупался. А я просто вошла по колено. По колено. Вот, дальше, да, по колено. Да. Идем обратно с докладом. Там лучше, пляж. Там, вот это, там уже видно, что Азин, там больше вот этих... А, это все, кстати говоря, наш отель, наша территория. Там дальше на досках пойти можно. Вот это тоже относится к нашему пляжу. Мы такие завтра придем и такие будем. Все-таки есть комнаты, видишь там? Вон, видишь? Короче, мы когда завтра придем сюда, мы такие, типа, у нас люкс, нас не волнует, давайте нам беседочку с матрасиком. Я думаю, дадут. Бесплатно? Да, 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 это все для нас, для нас. Блин, господи, там вот такие груши. Где? Вот они. Крутя. Oh, yeah. Yeah.
И для детей тут какая-то вот штуковина надувная. А Нютка говорит, что это бассейн. Когда мы здесь приходили, я видела, как мама с ребенком. Вон, видишь, там бортик, чтобы спускаться. Я не вижу. Металлический. Вон женщина стоит. Ну ладно, ты с ней. Идем обратно. Там маленький ребенок искался водичку.